Легендарное шоу «Давай поженимся» возвращается в эфир Первого канала спустя полтора года затишья. Бессменная ведущая проекта Лариса Гузеева рассказала, какие эмоции испытала во время съемок нового сезона. Уже в следующий понедельник, 28 августа, зрители наконец-то увидят «Давай поженимся». Создатели проекта подготовили для публики приятный сюрприз. Обновили декорации, добавили в помощники ведущим искусственный интеллект. Теперь прогнозы относительно отношений будут давать не только эксперты программы, но и новейшие технологии. «Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва», — говорит Лариса Гузеева. «Меня порадовали новые декорации, очень современные, модные, находиться в них одно удовольствие. Несмотря на перемены, проект сохранит свои главные принципы. Ведущие шоу, как и прежде, будут поддерживать идею крепких отношений, ценности семьи. Меня очень радует, что желание наших героев создавать семьи не изменилось», — делится Роза Сибитова. «Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение, поколение взрослых детей, многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе. Они ведутся на первое чувство и женятся, а потом разочаровываются и разводятся, так как не способны поддержать друг друга и действовать слаженно. А настоящая семья – это работа в команде. Ради этого стоит жениться и выходить замуж». По словам Гузеевой, возвращение программы в эфир поможет людям не только найти любовь, но и близкого друга, который поддержит в трудный период. «Герои у нас будут очень разные», — говорит Лариса Андреевна. «Их объединяет одно — они все хотят счастья, хотят создать семью. Сейчас много тревог и переживаний, когда человек одинок и ему ни с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается в 100 крат. А если есть родная душа, которая скажет: «Ничего, выживем, у нас получится. Нам есть о чем мечтать. У нас ребенок, о котором нужно заботиться, собирать в школу. Тогда легче жить. В паре жить более естественно и не так страшно». Напомним, что Лариса Гузеева и Роза Сибитова часто вели программу вместе с астрологом. В последние годы третьим экспертом выступала Василиса Володина, однако с началом пандемии ведущая прекратила появляться в студии, опасаясь заражения ковидом. «Я выбрала жизнь, а кто-то выбирает кошелек», — заявила тогда Володина, возмутив коллег.